Добрый день, дорогие коллеги из России. С удовольствием приглашаю вас на очередное большое научное событие в мире пародонтологии и имплантологии. Конгресс PerioPoint 2018 в Москве. В рамках своей лекции я планирую поделиться с вами новыми тенденциями и разработками в области одномоментной имплантации в сочетании с одномоментной нагрузкой в эстетически важных зонах. Как вы знаете, по этой теме уже очень много всего написано и много сказано, однако у нас есть много новой информации для вас. Мы разработали новые подходы, которые позволяют нам сократить время процедуры лечения, а также добиться более качественных и стабильных результатов в эстетике. Я также представлю вашему вниманию новый инструментарий, новые девайсы, которые в том числе помогут вам упростить вашу работу и улучшить эстетические показатели. Очень надеюсь уже скоро всех вас увидеть в Москве в апреле на конгрессе PerioPoint 2018. Hi everybody. Коллеги, всем добрый день. С радостью анонсирую это большое мероприятие по пародонтологии и имплантологии в Москве в апреле 2018 года, PerioPoint 2018. Это особенно важно для меня, так как я являюсь руководителем команды спикеров Миланского университета. Мы приедем к вам очень сильным составом. Это профессор Франчетти, доктор Давения, профессор Дельфа и, конечно, профессор Немковский из Тель-Авива. Мы постараемся представить вам обзор основных новых трендов пародонтологии, а также наши собственные разработки. Лично я с вами буду делиться своими исследованиями и техниками в области синус-лифтинга. Мы поговорим об анатомии и менеджменте васкуляризации синуса. Обсудим, чего мы достигли в области регенерации тканей, в терапии с аутологичной обогащенной тромбоцитарной плазмой. Все эти новые техники, несомненно, шаг вперед в области заживления костного дефекта. Это поможет нам достичь гораздо больших результатов в имплантации, особенно когда мы имеем дело с атрофическим верхнечелюстным синусом. Я уверен, вы услышите прекрасные доклады моих коллег. И самое главное, мы будем обсуждать только практические моменты, которые вы сможете унести с собой после конгресса и применять в своей практике уже на следующий день.